Как вы понимаете, имя Джон Харрисон — это просто прикрытие. Мое настоящее имя — Хан. Ладненько, я Кирк, это мои друзья, Спок и Боунс, здравствуйте. Ну, привет. Вы, наверное, не расслышали. Я сказал, меня зовут Хан. Это что-то значит, что ли? Вы серьезно, народ? Гнев Хана, Звездный путь 2. Ну, ни о чем не говори. Ня, а что такое Звездный путь? Не имею представления. Никто здесь не смотрел Гнев Хана? Это же лучший фильм в серии. Джим, он явно нестабилен. Согласен. Выруби его, Боунс. Мы отправим его тело адмиралу как можно быстрее. Но нёрды оценят все отсылки к Хану. Кто-нибудь видел мою униформу? Как следовало закончить фильм «Звездный путь во тьму». Космос. Последний рубеж. Это путешествие звездолета Enterprise. Его новая 5-летняя миссия. Исследовать странные новые миры, искать новые формы жизни и новые цивилизации. Смело идти туда, где не ступала нога человека. Позже. Капитан Джеймс Ти Кирк и командир Спок, докладываю о нашей новой 5-летней миссии в далекий космос, сэр. О, вам никто не сказал? Нам это больше не нужно. Что? Космос, миссии, звездолеты, все, что связано с последним рубежом. Я не понимаю. Вы разве не слышали? У Хана был переносной телепортатор, который мог отправить его куда угодно. Мы много таких понаделали. Теперь нет смысла держать все эти корабли, да? Вот, смотрите. Маленький горн, ловите! Это кажется логичным. А что насчет надвигающейся войны с клингонами и защиты жизни граждан Федерации? Сынок, ты что, тупой? Твой друг Боунс вылечил тебя от смерти пару недель назад, помнишь? Ну да, было дело. Вы как-то все проморгали. Вот, смотрите. Хан Соло? А, я в сознании. Ну да. Ну а чем теперь занимается Звездный флот? Заботится о престарелых. Никто больше не умирает, поэтому у нас тут дурацкое перенаселение. В наше время у нас такой штуки не было. Дайте мне пудинг. Пожалуйста, юный Спок, убей меня. Не так быстро, старожил. Нам с тебя еще доить молоко в 9 фильмах нужно. Живите долго и процветайте, мои уши. Конец. Ты точно хочешь этого? Вы взяли меня в это видео, потому что я говорю по-клингонски, поэтому дайте мне поговорить с ним. Ладно. Позволь мне продолжить, дорогуша. Большое спасибо Screen Junkies за написание этого ролика. Убедитесь, что заценили нашу эпичную совместку. Я понятно выразился? Нет? Смотри честные трейлеры. Прямо сейчас. А может быть здесь я оставила свою униформу? Ха-ха-ха. Сиськи.